Павлодарский санаторий «Муилда» стал лауреатом премии «Парус» в номинации «Лучший коллективный договор». Здравница имеет богатую историю. О лечебных свойствах озера «Муилда» с его уникальными грязями знали еще с древних времен. Источником здоровья и долголетия он остается и сегодня. В годы Великой Отечественной войны в санатории Муилды располагался военный госпиталь. Бойцы и офицеры залечивали на берегу уникального озера раны и возвращались на передовую. Потом уже в мирное время здесь построили санаторий на 1800 мест. С тех пор здравница принимает людей беспрерывно. Я приезжаю третий год, потому что очень хорошо, эффект от лечения хороший, хватает надолго. У меня травматическая, посттравматический артроз, тазобедренный сустав. После аварии. И для себя я открыла этот санаторий. Очень вежливое обслуживание, очень грамотные врачи. Здесь предлагают широкий спектр лечебно-профилактических процедур, уникальной грязью, рапой или минеральной водой. А тех, кто страдает болезнью суставов, приводят в порядок с помощью гальванической грязи. Наша процедура называется гальваногрязь. Назначение врач делает, мы выполняем назначение врача. Контингент людей разный, противовоспалительный, рассасывающий, обезболивающий эффект. В последние годы санаторий переживает масштабную модернизацию. Внедряют современные технологии, строят новые корпуса, расширяют процедурные кабинеты. Оказываются услуги массажа, физиолечения и физкультурно-оздоровительные упражнения. Практикуют и специалисты узкого профиля. Всего же в коллективе трудится 180 человек. 8 врачей имеют высшую категорию. В данный момент на нашем этапе санаторий Муилда полностью реконструктирована современным требованиям медицины, реабилитационной медицины. Санаторий одномоментно может принять около 450 человек. Здесь в основном поступает проблемами опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, женские и мужские проблемы, сахарный диабет. Санаторий Муилды давно лечит работников крупных предприятий Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областей. Работает в тесном контакте с социальными органами. За год санаторий обслуживает более 10 тысяч человек. Признание коллектива санатория лучшим в конкурсе «Парыс» – заслуга вполне оправданная, говорят пациенты. Ербол Абишев, Армания Кубов, Алексей Мельницкий, Павлодарская область, 24 КИЗ.